Сейчас я вам покажу, как я пью АСД-2. АСД-2 у меня вот такая фракция, это московская фирма. Вообще рекомендую армавирскую. Армавирская, она вот желтенькая. Но это у меня третья. Для начала, что вторая, что третья фракция. Они пьются только в разбавленном виде, в чистом виде нельзя употреблять. Запомните это, пожалуйста. Вот. Если мы говорим про третью фракцию, она разбавляется 1 к 10 с кремом или маслом. То есть также капельку достали, размешали там с 10 каплями крема какого-то. После этого можно наружно мазать. Третья фракция — это наружная фракция. Вторая фракция — это у нас внутренняя. Для того, чтобы пить, я пью кубиками. Кубиками. Один кубик на 100 миллилитров воды. Делается это вот так. Берется шприц, вставляется, переворачивается. Я просто одной рукой снимаю, поэтому оттягивается. Вот, примерно кубик у нас получился. Вот кубик получился. В стакан опускаем поглубже до конца. Для чего это все делается? Для того, чтобы меньше соприкосновения с воздухом было АСД препарата. Все, препарат готов. Вот это вот дело выпиваем утром натощак за полчаса до еды. И вечером после еды. 4 дня пьем, 3 дня перерыв. Я вот по такой схеме пью. В течение месяца для профилактики. У кого для лечения, там значит надо больше пить. И еще, во время приема АСД обязательно очень много надо в течение дня пить воды для того, чтобы все токсины выводились. Вот. А также употреблять лимон, потому что АСД сгущает кровь. Лимон у нас имеет свойство разжижать кровь, либо другие разжижающие какие-то препараты. Там кто-то вообще просто аспирин пьет. Поэтому вот так вот смотрите. Еще раз повторю схему. То есть один кубик на 100 миллиграмм воды утром натощак, вечером после еды на ночь. 4 дня пьем, 3 дня перерыв. Кому тяжело, можно делать полкубика. Кто-то каплями начинает с одной капли, до 40 доводит, потом опять вниз до одной капли. Посмотрите в интернете, схем много. Почему здесь все сейчас выложил? Потому что в ТикТоке у меня все видео, как я пью АСД, заблокировали. Поэтому сейчас перехожу сюда, видимо, буду в Ютубе все выкладывать. Будьте здоровы, будьте любимы. Все будет хорошо, мы все равно всех победим. Армавирская, вот желтенькая, это армавирская, лучше брать ее. Все, всем добра.